Всем привет! Я рад вас видеть на сегодняшнем видеоуроке по футболу. И сейчас наше первое задание – это жонглирование мяча. Мячик у нас идет не обычный, не футбольный, а воздушный шарик. Мы его надуваем примерно до размеров стандартного футбольного мяча. И сейчас мы жонглируем 20 раз, 3 подхода. 20 раз понабивали, отдохнули. Еще раз 20 раз понабивали, отдохнули. Сейчас смотрим, я демонстрирую, как это мы делаем. Вот так вот мы жонглируем. Всем пробуем, давайте удачи. Второе наше упражнение — перемахи мяча на месте с рывком вперед. Для этого нам понадобится футбольный мячик и 2-3 метра расстояние от мячика. Сейчас смотрим, как мы это делаем. Сейчас я медленно вам показываю, что мы делаем. Мы ведем мяч. Спасибо, что смотрели нас. Подписываемся на наш YouTube канал, на наш Instagram, Facebook. Всем здоровья!